Внимание! Начиная с 2022 года прием детей 6-7 лет в первый класс в государственные и муниципальные школы Кыргызской Республики будет проводиться через информационную систему miktep.edu.gov.kg в два этапа. Первый этап с 9.00 11 апреля до 9.00 27 июня по месту прописки. Второй этап с 9.00 27 июня до 9.00 10 сентября по месту проживания. Родителям, законным представителям необходимо заранее подготовить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, две электронные почты, основную и дополнительную, персональный идентификационный номер родителя, законного представителя и ребенка. При отсутствии персонального идентификационного номера необходимо обратиться в Центр обслуживания населения. Дополнительную информацию вы можете получить по следующим номерам. Короткий номер 119 или же 0312 988 940 0220 022 196.